Так, ну что, 5 минут сбора, это было круто. Нифига, 5 минут сбора в натуре. Это на 25 минут быстрее, чем обычно. Так мы начали без 15. Осталось только присумониться. Еще дворфа сделать этого серого. Вообще копия менял каша будет, да? Так, вопрос на засыпку. А кто у нас там? А, блять, ладно. Шантастик, Зози, если что, да, есть. А кто у нас танчит? Вилаш Ярарник? Ну, я, наверное. А, почему? Дикона с ревистом хватит. Хороший рейд РДДшников прям прилично. Да вообще почти новеньких нет. Сумон есть там? Я сейчас вот бегу. Да, у второй пати еще два РДДшника. Сумон, так, короче, спать. Пока Сумон пойду. Био схожу. Притащите, может, там Лианочку в рейд 25. Ничего, не роли нету, что ли? Хз. Да, нету роли, вроде как. Ляночка, а что, у тебя роли не было? Другой диск, что ли? Не знаю, но я новичка дал. Такс. Че, есть там сумон, прием? Да все, я вот только-только подошел, я ж не могу. Май, заебался уже в седых холмах бегать. Надо уже, хуярить, моба, блядь, профа. Ну, Вилаша поводит, значит. А я так и не понял, Вилаша сегодня не должно было быть, или 2 часа только она будет? У нее пары отменили. А, это хорошо. Вилаш, кто-то знакомый. Обычно это плохо. Слышь, что-то знакомое, это танк наш. А, точно, это танк наш. Да что, блядь, синтез. Каждый рейд танчит нам, ну что-то Печень, печень пропила вместе с печенью еще пол мозга, блядь. Он так всегда. Печень еще не пропил, но мозг думает, а я что-то... Слышишь, ты забыл это, ЕПшку Вилане накинуть. А сколько? Я, по-моему, накидывал. 500. Бонус, забыл. Бонус. Блядь, я накидывал же. Я вчера по этому... Вон, смотрел, я заходил, блядь. Накидывал, премия рейдера, вон у меня на стриме, посмотри. Да, уже тут Тилара, Вилане. Накидывал, да. А, все. Внимание, ДБМ, это у кого вывезло? Кто знает. ДС, кроме это, кто там с хилом, с танком был? Не люблю щиты. Ну, то, что у тебя надо, я знаю. Это, соберите инфу. Нахуя вы меня 4 раза сумоните? Хуй знает. Это, пошли, заходим, блять, хули вы стоите? Пошли. Собери инфу, не люблю щиты, кому еще надо ДС? Вот тебе один ДС, премия, только блядь. Мне. А не люблю щиты двумя персами был? Ну этим, как он называется? Вреем и не люблю щиты. А, ну что? Пара бы хоть одного, он да? Еще каким-то шаманом там был, вагоном своим, блядь. Роги дадут. Без арм. В смысле вагоном? Мой. Да, сюда биг демо засунуть бы еще. Роги могут дать дизарм, пацаны, не переживайте. Какой дизарм? А чё вам надо? Роги тоже могут дать, но, блядь, это она вообще не против. А чё вам надо, кровотечение? Нет, на кровотечение не будет даст. Ну, 5% крита, как минимум. Блин. Дает 5% крита. Ну, хотя... Не дает. Сильно на физического дамага-то и нет. А не понимаю, а чё вар дает? Вот у него какой-то у него. Вар проебал? Удар по ебалу дает. Он пробивание, он броню режет. Раскол, ну, стакает, как, алё. Как раскол и у разбойника. Крик, есть, крик он дает, крик на хп дает. Нам так профит на урок раскол кидать. Вар еще вмешательство дает, знаешь, такое? Скилл такой, знаешь? Да, имею представление. Ну-ка расскажи, что тогда? Про этот скилл. Сколько у него КД? Короче, КДМ, ну, в районе 30 секунд, там срезает что-то 10% агра, ну, нужно, ладно, войти в боевую стойку, короче, и потом чаржится в союзника. По оману надо смотреть, кого выше агров, того чаржится. Так, давай, значит, это не вагон. Давай, значит, посчитаем, что там миликов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, что-то мало, пиздец. РДД получается. Раз, два, так. 12 плюс еще 5, 17. Так. Да, короче, миликам надо будет сбегаться в РДД на зеленом. А то их может шокнуть. Блять, это какая-то параша, блять.
Сейчас, погодите, блядь. Ну, я не знаю, что это за говно. Почему у меня друид, нахуй, вроде с правами, блядь. Почему он не может, нахуй, не брать, не переставлять, нихуя не может, нахуй. Заебало это. У тебя, значит, меня, нет прав. Ну да, блядь, ну, конечно. Знаешь, такой ник есть, друид-инвалид. Он там этот самый бидон. Можете за место меня, кстати. Он получше похилит. Ты почилишь, да? Да, я посижу на замене. Ну, ЕПшка же будет, правильно? Да. А, кстати, и за КД, что шаманом принял. Можно места Эвелани. У него видели 235-й гир в хиле? Он захилит? 251. Эвелани там побольше 251? Был вроде. 251? Ну, что, 235-й показывается? Забагался, может. Ладно. Там забили. Так, сейчас. Зачем тебе Аршамы? Аршама одного хватит. Его все равно тотем только берут. Ну, так я и говорю, чтобы он меня заменил бидон. Ну да. Потому что я сильно можно. Много не нахилил в Т10. Ну кидайте ему пати, кто там ассист есть у Шелфира. Сейчас я, блядь, с ДК раскину эти банки. Ты ассист дай. У Шелфира есть. Так, с... У вас фулпочка? Блять, я из ДК не могу брать. Я ебал, короче, нахуй, это пиздец. Делай фулл релок. Кого брать? Куда, в гильдию? Нет. Нет, шмот с банка забирать не может он. Возможно, у тебя в настройках прав что-то поменялось. Ну-ка, милики. Блять, какая-то залупа. Ну ага, у ГМа, блять. Ну давай, релогнем. А, ну да, ты же вождь народов. Ну хз. Слупа ебаная, блядь. Ну, Рагулина меньше меня дамажит, и все. Это... Биг Дэм, кстати, вчера говорил, что сегодня его не будет. Он же бухать собрался. Да, он бухать собрался. О, Зубра там. Записался, блядь. Наверное, эти, как зовут? Дурни. Ой. Так, ставятся банки Жены. На милика. В банк. Берите. Милик. Если что, короче, я в Дисе. Нужна будет помощь, зовите. Ага. Так, РДДшники. А я взять не могу. Вы тоже увидели, что появилась эта очередь на коня с лича? Она и была, блин. Серьезно? Где? Не заметил. Он первым идет Войд Фури, потом Равник, потом Хистория. Это не очередь, это те, у кого он есть. Это те, кто есть. А, те, у кого есть. Оплаченная очередь. Синтег, блядь. Ебанулся очередь на коня, блядь. Да, блядь, я подумал, что это очередь. Ну, потому что я не помню, было ли у Хистория. Бухать меньше надо, блядь. Был, бидон ждал. Бухнул один день, и все, а не каждый день. Так. Я не пью уже дня три. Охренеть, блядь. А я седьмой годок не пью, да? Завязки. Кто две фласки, две по четыре не может взять? Вот РДДшники берите. Хилы там. Блядь, чё лагает нахуй? Вот кто-то взял на милика. И вторую на милика кто-то взял. Я забыл. Говорят, что скоро этих ДКшников и шаманов занерфят, мутиков маленько подапнут, еще что-то там, ну, такое будет. Это все заебись, а можно саппорт? Т4 имеется в виду, да. А банку на ДД можно? Я такую инфу слышал. Ну, сейчас я уже зайду на... Там он везде. Именно админ отвечали, то что скейл маленько поменяют на мутики, что он побольше будет дамажить. Вау. Ну то есть разгоняться постепенно с гиром будет. Типа Т4? Ну да, Т4. Да, ну для X5, когда закончит, наверное, бегать. Со следующим сезоном пойдем. Когда нам этот Т4 особо не нужен будет. В смысле? Нет, админ просто писал. Так, таунтить будут, значит, первый Ватикон, потом кто? Холидринг, да?
Ху и я. Так, а потом кто есть? Так, давай обмен на 4 фласки. Вот рыба. Ешьте. Да не ты, блин, Синтек. Ну дай сопрод. О, спасибо. И что, блядь, их ешь, блядь? Я их пью. Он их коллекционирует. Хуярит, блядь, просто. Там я по-любому. Сопрот... Гильдбанк откроешь, и Синтека там пиздец, нахуй, сопроты, блядь. Все ячейки с оборотами заставлены. Если бы. У меня 600 голды в сумме. Я в кукле, значит, это. Дай там или ассисты, или релла закинь, шелфир. Так. Ну, вот, у вас ассисты, хулидринг, шелфир. Вы путеводные звезды, значит. Вот ты РДД водишь, и Мелизону водишь. Вот, чтобы там они, блядь, в колбах не стояли, там, и в пельменях не ловили. Это... Всю хуйню знаете, да? Что это за метки? Что это за квадрат? Так. Вот тут вот треугольник, ваша метка. Вот, видели все? Подойдите сюда. Чек на ФК. Ну, а квадрат чем тебе не устраивал? Да он не там... там стоял. Он не в углу стоял, вроде. World, топа. Вы тут? Вот в эту хуйню надо забежать, успеть до того, как слизень вас выберет. Зеленый. Вилаша, да, танчит? Вилаша босса, да. Рарник. Так. Это еще стакать будем сейчас энергию немножко. Ну там 16-20 хватит. Рарник, прием. Одна теперь проблема. Все привык, что надо бухать. Ты редара набухиваешь. Да, надо редара набухать еще. Рарник, блядь, прием. Рарник, шем выпал, второй. Будешь как курик. Во вторую руку. Все готовы. Это, жрите там рыбу какую-то или какую-то хуйню там маговскую. Вот я пью, сейчас постакаешь на мне эту хуйню. Че там за Дед Морозы бегают? Ебать, что это такое? Это я. Синтек. Нихуя себе. Допился, короче, он. Ну тупо мурло. Так, давайте. Что-то не стакается. Ты отойди, блядь, чтобы эта хуйня, блядь. А у меня потому что символ больше нету находку. Теперь, блядь, жди. Нет, просто не надо рядом стоять, потому что эта хуйня на тебя будет прокать. Рост на 6 целей накидывается. Не. Да. Да, блядь, не прокает нихуя, видишь. Все, а заебись. Вот. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Башим. ДПС как можно больше. После слизня звездного сразу переводим, смотрите. Лужи сразу ведешь. Ну это вы знаете. Лужа пошли. О, две в РДД. Главное не сдохните в этих лужах. Ебать лаги нахуй. Пизда, 2 фпса, блять. Я вообще не знаю. Выключай стрим. Мы сейчас выпнемся, пока буду выключать. Да, я вижу, как у тебя лагает. Слизня, слизня быстренько бьем. И профа уже веди к столу. Побольше, быстрее по слизню, чё за хуйня? Ну и профа быстрее. Прям не стопаем ничего. Вот, подводи, да, чтобы сразу бить начинали. Так. К столу подходим. Все равно сейчас уходит к столу. И готовимся. Бьем, бьем, бьем. Все, в зеленый, в треугольник бежим. Кто там? Дебафы свои, смотрите, быстрее, не проебитесь. Так, захиливаем. Смотрите, там прожимки свои отдавайте, дубовой кожи там всю хуйню. Ну как нахуй? Вилания, блядь. Резать будет Вадикон. После фазы слизней. Так, Вадикон резай. Имени. Иннеры все раскиньте сейчас по гламуру, гламура мало. Эти он сейчас кинул, еще скоро кинет пельмени, еще одни. Фулл баф по Вилане, ману резай быстрее, бафы на себя кидай. Вы че, сука, гламурчин, притон, а Вилане, вы слепые совсем нахуй? Бомжи нахуй, вы не можете от пельмени отойти?
Синтек, еще БР на Вилане сливай. Ебать, вы бомжи, глаза разуйте, блядь. Фулбам заново даем. Инра раскидываем, у кого инр есть, на Вилане дайте. Ставь тотем, не люблю на ману читай. Хуйня по мане у вас. Пизда, вы... Я в ахуе просто с вас. Это залупа какая-то. Слизня, зергаем быстрее. Choking soon. Choking. Я со ставки сегодня помню. Значит, вставалку юзай. И чё, и БР нету, да? А, только у меня БР. Ну пизда, охуенно, кайф нахуй. Топ игра нахуй. Молодцы, блядь. Эй, я, блядь, как дела? Тоже пельмени видел. Да, пока играем так. В конце только я уже мишкой буду рависто резать. У него еще БР есть. Красного играем. Вы совсем ебанулись? Не ловите пельмени. Давайте. У вас там по 40 FPS, как вы их ловите, я вообще в ахуе, блядь. Зеленое говно летит, видно же. Зеленого готовимся. Так, зеленого бьем. Уже отходим. Так, нормально. Добиваем быстрее, быстрее. Пиздец, без двух тел вторую фазу играем. Сейчас слизней будет хуева гора, блядь. Красный будет, готовимся. Больше по профу давайте, как-то что за хуйня. Красный. Пьем красного. Так, лужа, выходим. Пельмень. Так, колба. Классно, добили. Ману как-то резайте, все друиды раскидайте им. Шадоу дай на ману. Ману как-то регеньте себе, блядь. Так, сейчас будет зеленый. По профу приготовьтесь. Притормозите по профу. 8%. Фаза на 35. Фаза на 35, 2% внимательно. Шелфир по боссу и Вадикон подыгрывайте. Остальные слизня зеленого бьем. Блять. Это не блять, это пиздец просто. Переводим. Блять, Мейлсторм вставал и вообще не... А, он вылетел нахуй. Переводите быстрее. Треугольник нахуй, не забыли? Зеленый дебаф. Да, зеленый. Не дай бог кого не там. Блять. Сука. Быстро встали туда в треугольник. Просто рейд бомжей, блять. Это залупа, а не трай нахуй. И дамага нет, потому что три тела и бланят лежат, блять. Так. Ай, пизда, блять. Ну добивайте этого ебаного слизня. Значит, Равист, вставай и резни штопу. Так, Вадикон пока стаки ворует. Убав по Рависту. Топ, топу резай. Геру когда? Уже? Пельмени отошли. Хуярим. ДПС ебашим. От колб отойдите. Я три забрал. Рипов дайте пару. Холи дринг следующий пошел. Я пизда лаги. Хульдринг, ты это видишь? Ой, блядь, Ингрен. Жуть вообще прям. Пизда, блядь. Там не два кадра, нахуй, а кадр секунду. Да, так, 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 это самое. Так, вот один забрал. Еще два заберешь. Хуярим сильно ДПС. Самое главное, сейчас в луже не... Вот, отходим. В луже не сдохните и от пельмени отойдите, блядь. Если проф близко к вам, немножко подальше отойдите. Там место.
Так, кто там еще поворует? Равник, поворуешь? Сейчас вот он второй забрал. Сейчас еще третий заберет. Пельмени, отойдите. Отходим в лужу. В принципе, может, добьете, нахуй, хуй знает. А, на Эвилаше. Все, Эвилаше, на трех заберу Эвилаше. Танкуй пока. У Эвилаше три. А, да? Забрал. Все, четыре у него, я забрал. Все, добьем. Бомбу отбегаем. Прохил. Лидринка, захильте. Что-то там... Все уже. Что-то пизда какая-то. Ну, потому что 4 стак, это уже по 10 тысяч ДП урон. Дайте биг демо сюда. Нам крит нужен не лишний. Нахуй нам вары, бля, бесполезный класс, нахуй. Ну, это... Вмешательства не дают нихуя. Оскорбляют, бля. Тури. Да. Я могу похилить. Чё? Полипалов и без тебя хватает. На туре. Это, Авилания там, блять, кто там? Не ловите пельмени ебаные, ну, я надеюсь, у вас не 2 фпс, как у меня, блять, чтобы эту хуйню эту ловить. Давай, заходи, шем отработай. Я уже отработал, ладно. Там же надо какое-то количество этих, как вы сказали, сходить, наверное, чтобы отработать за РФ. Это количество 100 лет службы в моей гильдии, блядь. А, кстати, Войд, ты глянь, у тебя, может быть, настройки увеличились. Да? А как? Ну, типа, видел. Ну, блядь, бывает иногда у Сируса такая хуйня. Ну, давай, типа, а, нет. Нет. Все нормально. Может, у тебя браузер открыт? Хотел хилить, блядь. Играл варом, было, блядь, в рейде по 3-4 вара, блядь. Сделал холипал, хотел так, хилить, стрим блядь. Отключить. Следите за мной, походу. Да, все, вот чтоб тебе насрать делают, люди специально узнают, нахуй. Суки, блядь, как по-другому еще сказать. Кого свичить, нахуй? Каждый день просыпаемся с такой мыслью, блядь, вот бы Биг Дэму подосрать. Я, да, в принципе, если бы некого свичить, я почелил. Майлстормом можно свичнуть. Там маг 2-2-1 у него, там что-то гир маленький. Ну, вообще-то он на 8-м месте по ДПСу, а Майлсторм на 18-м, блядь. Ну, он и АФК был больше. Он лежал, конечно. 228, а не 221. Синтек, нахуй, хули там стальная печень. Ты заходишь там на вара, нет? Да, по-моему. Крит пацанам надо, блядь, то не убивается. Я зашел вообще. А. Я понял. Ладно. Блядь, я даже кружку не забрал, пиздец. Так, Майлсторм. Ну, давай почиль Майлсторм. Только в следующий раз там не лови пельмени, чтобы не было на 18 месте. А можно мне чуть-чуть стратегии 25 гера рассказать, блядь? Особенности ее. Кто я это? Я нихуя не знаю. Райан. А, отбегаешь от пельменей, выбегаешь слушай. Не, это все хуйня. То, что ловычки не надо мне рассказывать. Вот, когда появляются 2 слизня, если на тебе зеленое, встаешь в треугольник. Если красное, встаешь в крест и бьешь красного. Если на тебе если а на... какая-то чума на тебе висит, что за хуйня? Чума, просто ты должен стоять, рядом с тобой должны люди стоять. Если ты встанешь один, она усилится и убьет тебя за 10 секунд. Понял. Вот и все особенности. А все остальное, приоритет слизень, потом босс, слизень, босс, слизень, босс. И все, все изи. Это отвлекался на этот дебаф, блядь, чуму какую-то. Понять, на чуму не отвлекайся, идет. Не отвлекайся на чуму. Главное, да. Чтобы с тобой ну, рядом люди были. В кемпе просто держись с кем-нибудь. Ставьте шкаф. Так, Майлсторм тоже не уходи далеко, чтобы ЕП получил. Имею в виду не офисе, там не убегай никуда. Я тебя обкикну, пока спать. Пришел Сумон, нет? Не. Ну чё вы так, блять? Они на тогдашнем шмотку сделали, что ли, типа предмет для бойцов, типа это хуйня написано, что это значит? Это было. Ой, ничего, абсолютно. Это была полная залупа. Виланя, как ты сдох вообще, блять? Чарки на эту шмотку будет ролиться только ДДшной, допустим. Надо было тебе саппорт дать, нахуй. Там смотри, незыбку дадут, если незыбка кончится, и зеленый еще будет взрывы кастовать. Себе 50 на 50 там сдай, блять. Чтоб ты не отъехал. Так. Масло, фласка. Еще масло, фласку дайте. Так, масло. Один заряд, нахуй. Пойдет, один. А я тут как раз лежал, нахуй, на медведя мазал.
Так. Где там рыбу ставлю? Жрем. И давайте без этой залупы уже. Это, блять, как-то был бы у вас аддон какой-то, который возвращает метки нахуй. А то на вас слизень выбирает, и потом на вас метки нету, блять. Или хуй знает, или в водиконе бегаете, блять. Он сова, в него видно, блять. Он, наверное, пельмени-то не ловит. Блин, вот звездочку убирает, надо какую-то, наверное, другую поставить. Что там? Так он все убирает, он потому что крест череп ставит на метки на слизней. Оставь на бегдем, а то я потом буду воровать стак, и еще за мной будут бегать. Главное спадает, все. Спадает. Я главное, думаю... главное ориентируйтесь на какую-то модельку, там, кто там жирнее или кто там, блядь. Это гоблин, он хуевый, блядь. Давай, давайте, вот, вот, короче, на это ориентируйтесь. Он на редар курар. Ну, с шемами пацаны бегают, на них ориентируйтесь. Меня, наверное, не ловят колбы. Все, проверка. Вот облик, ориентируйтесь. Но это не точно. Не хочу дрочить на этом боссе долго, блядь. Не ловите ебаные пельмени. Можно просто без босса подрочить. Ну, ты идешь пить, а? Бидон, притон. Бидон роутер там что-то написал. Релогать. Он релогался, поэтому у него не было проверки. Он зашел уже. Он вроде зашел. Вот он тут. Притона нету. Ебать, вы все роботы в ДС фризит ПСДЦ. Я понял. Ты готов, Притон? ПСДЦ, блин. Ебать, кто это вращается там? Это все готовы, это самое, сидите, сейчас куклу забафают, захотают. Синтег, блять, крейзи, блять. Всякие модельки там, блять, узы. Ну, в смысле, зато меня видно. Да, все правильно. Если пельмень не ловишь, вообще цены нет. Не ловлю. 8. А если ловлю, у меня все равно хоты. Хоты. Так, 16. Ну, подходите поближе, сейчас готовимся. Давай еще 8 стакнет. Все, на счет 3 начинаем. Раз, два, три, поехали. Да ну нахуй, блядь. Блять, что это за залупа, нахуй? Полезная замена. Пиздец, нахуй. Этот, ёбаный вагон. Синтек, ресы. Я на 3 нажал кнопку, блядь. Так не надо нажимать, нахуй. Чё ты не можешь подождать, когда начнет танка бить, что ли? Блять, дайте щит ему. Все, пиздец, нахуй. Ещё нужно... Ресы быстрее этого бича. Я его резну. Ну и что, блядь? Он в луже встал, блядь. Видимо, да? Я в луже встал и умер сразу. Я понял, нахуй. Блядь, вы, ну... Водикон резай, нахуй. После слизня сейчас. И фул по профу дамаг. Перевести надо. Это пиздец, ребята. Я не понимаю, нахуй, как так делать, блядь. Быстрее фулл баф и дамажим. Надо переводить. Хорошо, хоть переводится. Треугольник зеленый. Кольца, все кнопки не жмут. А какого хуя? Но, синтек, блин. Забеги в угол, нахуй. Добежал пару метров. Зато твою модельку было видно сразу. Блять, бомж, нахуй. Захиливайтесь там. По слизню больше. Чё, красный живой еще. Пельмень. На хп там крикните. Блять, Авелания, почему ты сухой, бля, я не понимаю. Клятву юзай. Сейчас пока хилить особо нечего, блядь. Ману распределяйте, друиды, кто там. Ревист, Вадикон. Раскидывайте, кто там просаживается. Не люблю, блядь, чё ты высох. Я еще ничего не отдавал, потому что... А. Мы все трое смотрите, выдали, короче, смотрите осторожно, блядь. Так, зеленоглазый. Зергаем. Добиваем.
Бетон лепит, а там. Рави стрессы. Шалфира. Захилить. Выйдите служи, блядь, синтекна. У меня сейчас зеленый, да? Рянте, Ляночка, давайте поменять. Извинение. Осторожно. Ебаная залупа, блядь, пейся нахуй. Ебало, блядь. Сука. Кто-то спит. Ну, что не. Че, еще раз, да? Ну, это уже не сбежались. А че вы? Ну, недостаточно сбежались. А кто-то не затормозил следить. Хуярим. Нет, просто еще у меня бэр нашел до тебя. Не дохил был. Так, красного бьем. По профу дохуя играйте прям. Блять, или стопать нахуй. Стопнем, наверное, да? Да. Будем стопать. Так, до 37 играем, 9%. Осторожно. Стопаем по профу. Стопаем, еще зеленого будем бить. 8%. Чуть-чуть подбивайте, водикон подбивает. Так, зеленый. 1%. Это лужа, наверное. Нет, там взрыв связника на 25 тысяч ударил. Да, так, кстати, миликов у нас мало просто. Ладно, падайте. Давайте заново. С диспельти куклу, а уже некому. На вкус как мишенка. Ой. 10, да? Только в инс не заходите, ну так, чисто для справки говорю. О, нормально. Все, можно заходить. Кто там дрочит клавиатуру? На переходке, блядь, сосредоточьтесь. Вам надо забежать в угол синтек, блядь. А не дрочить, бегать. Не успел я. Надо если успеть. У тебя зеленая колба, да, на тебе, дебаф? Если зеленая, да, надо успеть туда встать до того, как вас выберет цель зеленый. А этот, блядь, оранжевый. Оранжевый, стоишь крестик и бьешь его. Нет, если на тебе дебаф оранжевый, то стоишь крестик и ждешь, и потом катишь его. Бьешь. Ну, короче, он большая RDD. Вероятность того, что он на тебя может побежать, да? Или... Да, да, оранжевый бьют оранжевый, зеленых зеленых. И цели они выбирают с этими дебафами, соответственно. Да. Если ты будешь с оранжевым дебафом бить зеленого, у тебя будет урон по единичке приходить, то есть ты не будешь урон наносить. Кстати-ка, вот мы в прошлый трай добили оранжевого, а зеленый еще был живой, и на мне был дебаф, и можно не бить. А, фаза кончается, дебафы слетают, все могут играть по всем, так же и слизни. Там, фаза когда была. Там, когда проф отходит от стола, он это, можно бить. По-моему, так. Ну проверьте, блять, хули, можете гливать, я хуй знает. Проверьте. Если, нет, блядь, то если вы красного убьете, на... можно играть, наверное, уже по зеленому. Ну проверьте. Только на зеленого. Когда красный сдох. Руку поднял, с него дебаф спал. Как только проф отходит, должен спадать дебаф, и можно бить всех слизней. Жрите рыбу. Давайте там масрез. Вставайте, не афкажьте. Самое главное, на скрине, как обычно, булки жалуются. Я лично
Так, это Void. Тут, короче, пишут и хотят купить волю, либо чешку гер за 100к. Чешку гер, блядь, 100к, нахуй, 200, блядь. Ну, воля, уже... блядь, ладно, хуй с ним. Ну, воля, блядь, ладно. Она, если в рейде нужна, то пусть идут, нахуй. И какая чешка, нахуй? Мы что, Халиона убиваем, блядь, или что? Ну, блядь. Ты скажи, вон, где сейчас на этом, на черном ауке по 200 тысяч. Хули это, Синтек еще, блядь, не протрезвил. А на след КД мы когда пойдем? Вот как только сейчас профа убьем, как только ебанем все остальное говно, так сразу пойдем на все четыре стороны, нахуй. Поэтому, блядь, надо ебашить, блядь. Правит один хуй лежит. Да. Тогда пойдем. Я не ебу, нахуй. Хорошо, сэр. Если мы сейчас на профи просидим 4 часа, мы никуда нахуй не пойдем, понимаешь, Синтек, блядь. Так что, блядь, играйте как-то нормально, я хуй знает. Синтек, блядь, ты не должен, не успел, а ты проебался. Фаза, блядь, 35%. Ты должен сразу знать, блядь, что тебе вот нужно слакаешь, стоять. Что тебе, блядь, тоже предъявлю потом. Ну да. Ну, да. Смотри, а то в штрафную зону. Не дай бог, не плюнешь, короче, за 0,0001, блядь. Понял, блядь. Ты же знал, когда фаза? А, ну вы там, наверное, так же все, как и я, играете, блядь, с одним кадром в секунду, блядь. Ну, у меня тоже 5 кадров, ну, побольше. Так, рыба была, проверка. 5 раз. 5 кадров это в 5 раз лучше, блядь. Чисто просто в 5 раз лучше. Это мрарник. Рарник. Колба выпала. Шем, блять. Что там, блять? Этот. Т5 там выпал. Я убил противник, да, и у тебя выпал шем. Делал квест заново. Сука. Шем откатили. Все, он тут. Пью куклу. Не прыгаю, блядь. Так, 8 сходу. 16, да. Подходим ближе. Ну, сука, ну давай еще 8, нахуй. Все, давайте на счет 3. Раз, два, три. Вилаша, это тот, для кого дается отчет. Да. Опа. Тут... Никто не умер. Да. Чудеса. Бить надо тогда, когда танк уже ударит. Пару раз хотя бы. Так что смотрите осторожно. Дальше. Так, сейчас лужи полетят туда. Добиваем. И сейчас уже по профу больше намажем, переводим. Отойдите от луж. Блять, лужи говно, пиздец, хуёвые. Захилим на фул. Блять, притона захилить, сейчас сдохнет, блядь. Пельмени, смотрите, в вас летят прям в слизня в зеленого. Хуярим. Равист, блять, осторожно, ну ёбаное все, блять. Седжу, блять. Синтек, рис и седжу. Это пиздец, не дрочи там в колбах, блять. Ты перебеги, блять, ДПС проебешь, но ты, блять, живой будешь. Фул баф по нему. Красного. По мане что-то решайте там.
не люблю там команду и маны и что-то как-то делайте, чтобы, блядь, хапалы сухие не были. Лужа вышли. Так, 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 захилить их. Пизда, блять. Лужа улетел. Не повезло. Этот ровист ресы сейчас после сизня его ресы заново. И ресните, дайте каску лапу пристабав нахуй и крик на хп, пожалуйста, чтобы у братана было, блять, 30 тысяч хп, блять. И вообще ключ покупай, блять. Ебать ты тонкий. Вот хильте еще куклу, а то сдохну, пиздец бы. Красный, готовимся. Ярим. Хилим, хилим. Поставь тотем. Так. Так, следующий зеленый, готовимся. Ебать разброс луж нахуй, это пиздец. Добивайте, добивайте. Мифик, блядь. Дебил, блядь. Ёбаный. Почему это? А кто это отбежал в сторону? Для чего? Это после отброски зеленого туда отлетели просто. Нормально. Диспельте куклу, пожалуйста. Подаем. Дайте по кому-то диван, чтобы масрез можно было дать. Или там КД на вас? Дал диван. Взорви красного. Застаньте в лужу, блядь, это. Взорвите красного. Чё они там, блядь? Давай КП начисляй, блядь. Начинай с этого пола, блядь. Снимай это. А, все, исчезли. Все снимаем. Вроде совендился. Чё? Ну, диван снимай. Так. Да кастуйте, тыкни там в шкаф. Пиздец, ресните там. Есть эти там кого это? Слушай, может Авиланию заменить на Хэлла, блядь? Будет какая лучше, разница? Нет? Нет. Не будет? Мы не садимся по мане. Мы садимся от того, что люди не могут бегать. Типа из луж выбегать? Не проблема не в хиле. Хиле была проблема только когда тут стаков до хера наутали в первом трае, все. Больше проблем пока не было. Проблема в том, что люди, я так понимаю, ловят пельмени и в лужах купаются. Вот так вот, значит, Т5 людям надо, нахуй. ЗС его коплять. Может, там у людей орёт или что? Ну просто на полэкрана ДБМ кричит. Вас видит зеленая гадость, отойдите. Может кто-то из трех локов спекнуться в демона? Два демона. А больше нету.
А, мне просто отображается как три. Так, все готовы, пью куклу. Это самое, сейчас стакаем. Прекращайте ебланить, ну, бегайте нормально, босс простой, пиздец. На последней фазе просто потаунтить и все. Так же самое, Вадикон первый, а потом я. Да, да, Вадикон, потом ты. Рарник, ты можешь потаунтить, да, потом? Нет. Бурибай. Или кто там еще? Бурибай может он. Все, давайте приготовились, на счет три будем пулять. Раз, два. В луже умирает. Вот икон ресы. Не, просто, бля, не знаю, нахуй. Переводим. У Седжу тоже залагало. Глэня, дай мне сейв. Крик на хп там обновите, чтобы на нелюблю тоже побольше хп было. Пельмени полетели. И потом он пойдет, еще будут пельмени скоро. У тебя колбы будут скоро. Пельмени вон вылетели. Не словите. Бидон, давай тотем. Иди, иди, иди. Так. Где слизень? Алло! А. Не убежал. Не, это я, это я. Я что-то думал, зеленый будет. Пиздец. Смотрю. Что тут с ТБМ происходит, блядь, пиздец просто невозможно. Но спамит вот этот на всю весь экран, ничего не видит. Ты можешь это подвинуть все. Да, я брать. Может вырублю лучше, пизду его, блядь, нервный тик скоро будет. Нихуя не вижу. Это у кого там ДБМ? Ну, вроде у всех так по центру спамят. Ну вот, прикинь, спамят ту, блин, ни пельмени не видно, нихуя не видно. Как играть так, не понимаю. Ты галочку на чуме убери и все. У меня не спамят, у меня да, я не умею планом показывать. Я вообще, когда страту выучу, я без ДБМ и везде бегаю. Мне так проще. Тут просто я первый раз до этого установил. Доброй охоты. Это все молчат или у меня интернет сдох? Молчат. Все, заебись. Думаю, что сказать. Стыдно просто.
хули тут говорить, блядь? И, ребята, а вы, блядь, в этих, в колбах, говорю, блядь, в лужах-то не стойте, там же видно, зеленая хуйня летит, все, сразу ушли, все в сторону, и никто, блядь, дамаг не получит. Ну да, там ДБМ говорит, даже вот это бабский голос он говорит, я не знаю, как можно, блядь, стоять. Раз, два. Типа на первых колбах с пула можно вообще сразу перебегать просто правее, потому что даже если они в РДД не полетят, там все равно позиция под зеленого. Проблема в том, что, типа, ДБМ... по-русски пишет, а говорит по-английски. Да и похуй, блядь, что, не выучить фразу, что ли? А там видно, там можно даже... Ну, лужа как бы просто начинает расти прямо в тебе, если, ну, очевидно, что надо убежать. Надо всегда смотреть на своего персонажа. Я, конечно, понимаю, что это никак не связано с нашим вайпом, но я думаю, что у нас мало ХПСа. Вот. Думаешь? Потому что... я на первом месте, и у меня избыточное исцеление 50%. Поменяю Вилан, не забей, если не у кого-нибудь. А сколько должно быть? 80%? Вот, должно быть 80%. Да, там у него должно быть максимальное количество. Это у меня получается, ну, блять, ход и хилят. Вау. Так а у кого тут еще? Тут два таргетных хэпала, блять, они тебе как, блять, захилят? О. А ты все верни силу. Ну, типа Ршама берем, он цепуху кидает и хилит. Да вот я и цепуха. 7 тысяч. Ну хватит, мы что же выяснили, что Аршамов берут ради тотема. Ну хватит. Топу суманите. Сейчас беда, он обиделся. Аршама заебись. В каком месте? Ну хватит. Не, все классы заебись, кроме Рок, Роги, пиздец. Бесполезно. Ну кроме Напула. Когда босс не таунтится. Больше некому. Мы там шипы потеряли. Вернется? Да тут я тут. Принимайте. Слам. Рарник тут? Вы, как говорится, ДБМу не верьте, верьте глазам, и все, но ДБМ еще припиздивает чуть-чуть. Ну. Рарник. Не знаю, у меня новый не пиздит. Я это Alt-Z, и вот так я играю все время. Все с Рарника привычка в последнюю секунду принимать. Стакай. Подходим ближе, готовимся. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Лужа. Все, ушли сразу. Сразу убегают. Дальше проводить. Ты что, блять, один стоишь, нахуй? Нет, меня... Равист. Агроя сорвал. Это пиздец, нахуй. Ладно, диспельте. Так что-то с Авилаша, видимо, нет? Не знаю. Да. Что-то мифика, да, атака ближнего боя. Она на месте бежит, видимо, вылетела. Да, наверное. А, да, вот она вылетела, бежит на месте. Диван на тебе. Да, я вижу. Вы видите, как он бьет меня, урон по Эвилаше проходит. Сначала мифик откопытился, потом провис. О, ебать. Тебя когда-нибудь ебать.
Лучше бы столько ДПС было, сколько агра у меня. Вот почему в этом случае хорошо вот три танка иметь. Один в кукле сидит и двое ходят. Ну. Что-то Дед Мороза кто-то отпиздил, что ли, у него горб большой. Это этот... Мурлок. Бег в реальной жизни, блядь. Ебать, тупо. Спасибо. В Нисе она там нет? Что-то не видать. Пиздец, команда мечты.